Здравствуйте, мои дорогие! Я дед Еремей. Сегодня 27 апреля, и многие из вас отмечают День Ангела. Это день памяти святого, имя которого было дано христианину при крещении. Поздравляем с именинами Азата. Это имя имеет индоевропейское происхождение и переводится как «свободный». Небесным покровителем его является мученик Азат Персидский. Этот святой совершил свой мученический подвиг в IV веке от Рождества Христова в Персии во время правления беспощадного царя Сапора. Азат был евнухом при царском дворе, имел высокое положение и уважение от самого правителя. Однако царь был яростным ненавистником христиан, а святой, напротив, питал к ним большую любовь, ведь сам исповедовал Христа. С каждым днем ненависть Сапора росла последователям Христовым, и обрушил он на них страшные гонения. Сердце Азата разрывалось от боли за веру свою, и, собрав все силы, он признался правителю, что сам является истинным христианином, а Сапора евнух назвал глупцом, поклоняющимся огню и рукотворным идолам. Услышав это, глаза Сапора налились кровью, и он приказал казнить Азата. А вместе с ним еще более 300 христиан, несмотря на то, что этот приговор вынес сам царь. Сердце его болело за евнуха. После кончины святого мученика Азата царь Сапор издал эдикт, которым запрещал предавать смерти христиан. И этот эдикт некоторое время имел силу. А еще своими молитвами к небесным заступникам мы поздравляем Мартина и Антона, а также Ивана, Яна и Александра. Не забудьте посетить храм, а если возможно, то и причаститься. С Днем Ангела вас, мои дорогие! Пусть все святые молят Бога о нас, да хранит вас Господь!